Накануне жители поселка Гумрак в Дзержинском районе Волгограда стали свидетелями громкого задержания на дороге. Происходящее даже сняли на квадрокоптер. Экипажи ГАИ блокировали иномарку, после чего бойцы Росгвардии вывели из нее четверых. Как выяснилось, после перестрелки в городе Фролово Волгоградской области в больницу были доставлены четверо мужчин с травмами различной степени тяжести. Позже один из них скончался. Другие же участники конфликта скрылись на автомобиле Митсубиси. В регионе был введен план перехвата. Ориентировки направлены всем нарядам и патрулям. Подозреваемых в разборках задержали и отвезли в Следственный отдел регионального управления Следственного комитета России. Анна Дребнева при поддержке ГУ МВД России по Волгоградской области.